Здравствуйте! Добро пожаловать на канал Мыло Опт. Сегодня вашему вниманию будет представлен мастер-класс по изготовлению мыла Магнолия. Для этого нам понадобится форма 3D Магнолия. Выглядит она вот так вот. Также нам понадобится отдушка Лори Магнолия, краситель жидкий розовый, комплекс экстрактов увлажняющий, белая основа, несколько термостойких стаканов, стеклянная палочка для перемешивания и несколько пипеток. Для начала растопим небольшое количество белой основы. После того, как основа растоплена, мы добавляем туда несколько капель отдушки магнолия. И все тщательно перемешиваем. Теперь с помощью пипетки окрашиваем ободок формы. После того, как основа застыла, мы берем, добавляем в основу отдушку. Добавляем несколько капель комплекса экстрактов. Хорошенько все перемешиваем и добавляем краситель. Нам необходимо, чтобы цвет получился очень яркий и насыщенный. И заливаем основу в формочку. Лишнюю пену убираем спиртолом. И теперь оставляем наше мыло до полного застывания. После того, как мыло полностью застыло, мы достали его из формочки. Спасибо, что посетили наш канал. Не забывайте подписываться, ставить лайки. До новых встреч!